Всем привет! Начинаем постепенно тратить звездный пропуск, обычные прыжки в обычном стандартном баннере. У меня их 244, как я и обещал, постепенно будем каждую неделю крутить до гаранта. И сегодня у нас первая попытка получить что-то ценное. Давайте посмотрим еще раз, на самом деле, что здесь можно забрать. Из 5-звездочных персонажей нам доступны 7. Так, один у меня, второй есть, Гепард, третий, Клара, четвертый, Яньцин. У меня все есть, кроме брони Байлу, ребят, но я на самом деле хочу Байлу получить. Также здесь будут доступны 7 соответствующих конусов для нашей семерки великолепной. Ну давайте, да, пожелайте удачи, ребят, я надеюсь что-то ценное действительно получить. Байлу это в приоритете, ну а там как пойдет, поехали. Ну что, если... Ну, с первой десятки, конечно, мы ничего не получим сейчас, ничего ценного. Но если мы получим со второй, с третьей, то мы и заканчиваем до следующей недели. Крутить. Так, ну я скипаю, конечно же. Ух ты. Ну, в принципе, ладно. Ну, нет, здесь тоже не получается. Да, со второй десятки мы тоже ничего ценного не заберем. Так, у нас был ниша, да? И сейчас нам будет доступен... Нет, скорее всего, 2 конуса нам дали, смотрите. Хотя для Наташи, возможно, этот конус довольно неплох. Ну-ну-ну, нет, билет, к сожалению, стандартный, ребят. Так, вообще, на самом деле, я переживаю, что может попасться что-то действительно ненужное для меня. Ну что, скипаем дальше? Погодите, Дань Хэна мне дали. Интересно. Ну опять, смотрите, летит и даже ничего не хочет показать нам ценного. Наверное, там радуги нет, ребят, у этого билетика. Значит, здесь нам не ожидать 5 звезд. Ну, конечно, конечно. Как я и предполагал. Так, это конус Дань Хэна, что ли? Вы серьезно? Сила атаки владельца повышается, если на поле боя имеется так 2 или меньше противников, крит шанс неожиданно. Я тебя понял. Так, вот сейчас я чувствую, смотрите. Да, есть, нет? Нет, ребят, к сожалению. 244 билета, и сегодня, скорее всего, мы потратим 90. Все 90, да, да. Жадная, пом-пом. Нам, к сожалению, ничего не дает. Ух ты. Ух ты, неожиданно. К сожалению, она мне тоже не нужна. А вот сейчас, наконец-то. Да, смотрите. Вот 5 звезд уже в этой десятке будет. Давайте. Удивите меня. Ну, дайте Байлу, пожалуйста. Ну, мне действительно хочется хорошего хиллера. Второго еще хиллера. Помимо... Хо-хо. Так, ребят, все. Я на самом деле не знаю. Тут все что угодно может выпасть. Так, окей. Ну, понятно. Ну, в принципе, что? Что я могу сказать? Может быть, еще 5 звезд, а? Нет, 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 к сожалению. Ну ладно, химика у меня была. В любом случае мы потратили. Мы потратили сегодня сколько? 60, да? Я правильно понимаю? 60 мы открутили. Здесь дополнительная награда также присутствует. Напоминаю, что в конце мы получим и сможем выбрать. Даже если Байлу у меня не выпадет, я чувствую, что обязательно я потом ее получу. Да, вот именно она мне сейчас и нужна. Да, замечательно. Тогда будем ждать следующую неделю. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Ну и напоследок, естественно, перед тем, как закончить, я хочу зайти сюда и выяснить, насколько теперь она стала сильнее, да? После срабатывания победного рывка скорость химика повышается на 20% на 2 хода. Да, ладно. Но она довольна, судя по тому, что она только что сказала. Ребят, увидимся, пока.